Привет. Приехала такая вот коробочка. Раз. Дохлый кот. Два. Подвес. Три. Сюда буду диктофон. Правда, я сейчас на него звук пишу, поэтому не покажу. Затираться они не будут, воды не боятся. Все, это главное. Ну и плюс поменять можно будет. Еще запасные резинки. Как это все будет? Что-то не накручивается. Небольшой недостаток есть. Надо будет еще какую-то прокладку придумать. Да, действительно, какое-то неглубокое. На вот такие штуки можно будет поставить. Это ставится на фотоаппарат или на еще аналогичную штуку. Допустим, это гнездо фотоаппарата. Клац. И зажали. Такой у меня уже есть, сейчас он на зуме находится. Дополнительное можно убрать, и будет резьба. Можно и на селфи-палку прикрутить такой башмак. Латунная резьба, ну не пластиковая, на том спасибо. Теперь сюда можно будет фотовспышечку или фонарик ставить. Ну и подсвечивать что-то. Все, проблем нету. И дохлый кот. Dead Cat. Это защита на зум, ну или вообще на любые подобные микрофоны. Что тут у нас внутри? Нитки отпадают. Вроде на машинке, а тут вручную. Натянули, и ветер нам не страшен. Такую шапочку. Херакс. Будут на меня смотреть, как на идиота. Лезет. Ну, немного лезет, как курточка. Ну, в целом нормально. Здоровая шапка. 30% она съедает. Уровень звука она съедает. Ну и зато будет гасить шумы от ветра. Или если в упор говорить, то будет также глушить взрывные бы. Что там еще? Мы или фы. Может быть, женское с будет глушить. Это мы еще проверим.